Кость, готов? Да. Этот прыжок я посвящаю тебе. Лети! Я сейчас на пару метров и так оставим машину. Блин, не выезд, сам же видел. Честно, нет. Я их даже не предупредил, что мы никогда не слышали. Привязываю там веревку, вот он чувствует, что машина на нас вперед четко подала. Я охуели. Ну он, видимо, шепотом так сказал. Прыгает. Не знаю, у вас радиостанции-то есть. Еще на
на меня пиздить дохуя. Всё! Так, понял, подожди.